Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Misr Otabek TV kanaliga va yonimizdagi afsonalar ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Bugun biz Miami shahrida, Florida shtati, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Bugungi afsonaviy mehmonimiz Larisa Maskalyova. Здравствуйте, Лариса Владимировна. И снова здравствуйте. Я очень рада, что поступило так много вопросов. И вот сегодня мы, наверное, час только, да, пытались разобраться. Да, их было очень много на самом деле. Много вопросов. Очень радостно, что вы меня не забыли. Да. Бугун без блюваламыс. Нему учун Лариса Маскалёва узвахтыде машурлине ин баланчоксыде Америка кошмашетарик етіп койген. Қана қылып улар қора поиски ие бугенлер. Сабап нымады не барып койген. Қайсы юналыш бойынша бу ерде Америка кошмашетарды ичат қыладылар. Xullas, hozirda biz sizlardan kelgan savollarni o'qib eshitiramiz. Eng qiziqarlilarini men tanlab oldim va keyin meni birikta savollarim bor. В Майами Навруз вы обычно проводите и планируете ли в этом году провести праздник Навруз в Майами? Потому что у нас в Нью-Йорке он празднуется очень ярко. Да. Я знаю, меня часто приглашают, и были предложения от консульства, и просто не всегда есть возможность вырваться из своего графика расписания. Мне многие задавали вопрос, почему вы живете в Майами, а не в Нью-Йорке, потому что все наши там. Шухрат Барса. Это, видимо, либо фамилия, либо псевдоним. Как, как интересно. Вот он вас спрашивает, если вы станете миллиардером номер один, что бы вы сделали для Узбекистана? В свое время я очень много ездила с концертами, выступлениями по разным детским больницам, детским домам, госпиталям. Ужасно, что до сих пор еще детские дома имеют место вообще существовать. Ну и, конечно, это я бы создала, наверное, какой-то фонд, который бы помогал тяжело больным деткам. И с таким же энтузиазмом я бы помогла животным, бездомным животным. Нигора, фамилию не указала. В фильме «Тохрова Зухра» вы исполнили хоть и небольшую, но очень яркую роль. Скажите, пожалуйста, что вообще легче, какое направление легче, быть певицей или все-таки актрисой? В данном случае, наверное, я бы не состоялась как актриса именно в кино. Не могу сказать, что я, может быть, великая какая-то. Я всегда в себе сомневаюсь, во всех своих способностях, по сей день. Каждый день я сомневаюсь, что хорошая ли я певица, хороший ли я педагог, хорошая ли я актриса. Играть я совершенно не умею, а я проживаю. Вот то же самое, что говорили о Мэрилин Монро, если вы знаете. Она никакая актриса. Почему? Потому что она играла во всех фильмах, и она влюблялась во всех своих напарников, потому что она не умела играть, она верила в это все. Но я сыграла жену кузнеца, у меня был... С Рафшаном Хакимом, да? Нет, Уктам. Уктам Хакимов, да. И у нас с ним по фильму было 9 детей. Мы с ним, шутя, по сей день иногда, когда имеем возможность общаться, он говорит, там 10-й на подходе, нет? Шутим, конечно, да. Это был очень интересный опыт, и не могу сказать, что это было трудно, нет, потому что мне играть не приходилось. Я была сама собой. В интернете, когда я готовился к интервью, там написано следующее о вас. Узбекская певица, интернациональная исполнительница в более десятка музыкальных жанров, в том числе и шашмакома. Внимание! А также мастер черного пояса по тэквондо. Является первой женщиной в Узбекистане, официально защитившей черный пояс, первый дан по тэквондо. Вопрос, как так получилось, что вот такая хрупкая женщина, на самом деле, с такими выдающимися спортивными способностями, и которая стала тренером многих чемпионов Узбекистана, Азии и мира? Как так получилось? Была какая-то причина? Я сама в шоке, если честно. Но черный пояс всегда со мной. Вот я вижу. Да, я всегда. И я попала вот в этот океан такой немножко жесткой истории под названием тайквондо. Тренер Пак Герасим Янунович, как сейчас помню, он меня вообще всерьез не воспринимал. Он смеялся надо мной, он все время подшучивал, говорил, что за балерина ко мне пришла, летает по залу. Но после каждой тренировки я его доставала вопросами. Герасим Ильич, а как это, а как то, а почему вот так, а почему я не могу? И когда он увидел вот этот вот огонь и
кровь в глазах. Он сказал: все, начнем ваять из тебя чемпионку. Мне доверяли и действительно приходили взрослые и мужчины, и женщины, которые видели во мне учителя. Конечно, меня это вдохновляло. Вот. А те дети, которых я воспитывала, конечно, они проходили, не все выдерживали, потому что это и растяжки, это и слезы, это и пот, конечно. Это много труда. И попадание по морде, наверное, да. Очень много раз. Но у нас, кстати, в нашем виде нельзя рукой лицо, только ногой. Только ногой. И вот с тех пор я ношу это звание, и первый дан, конечно, дался потом и, можно сказать, кровью. Но когда я уже готовилась на аттестацию второго дана, мне нужно было ехать в Южную Корею, в Кукивон. Это родина, где да, это академия тхэквондо. Вот. И пришлось вот так заканчивать свою карьеру спортсменки и, конечно, передавать своих учеников. У меня было 4 группы тогда, я помню. Около 200 учеников. Расскажите, пожалуйста, как вы превратились в Марварет узбекской эстрады? Именно бисер мне подал идею. А что, если ты возьмешь псевдоним, который действительно олицетворяет и твою внешность? Он мне тогда очень много сказал красивых комплиментов. И говорит: твоя песня называется Марварет. То есть, что значит Марварет? Я говорю: жемчужина. Ну так вот, вот и ключик. Очень красиво звучит. Давай попробуй себя как Марварет. И нам легче, и твоим поклонникам легче, потому что на самом деле мою фамилию всегда коверкают. То Маслякова, то Маслова, то еще как. Я, кстати, не против была бы побыть роднёй Маслякову. Да. Шоу КБН очень всегда уважала. Вот есть такое интернет-издание, называется оно Life Journal. Когда-то в АКСМ давали интервью, и журналисты вот этого интернет-издания подсчитали, что вы исполняете песни на 17 языках. Вот это первый вопрос. Это на самом деле так или нет? 17? Если да, то какие? Недавно было одно сообщение, потом звонок. Наши люди ведь есть везде, журналисты в том числе. И в Гарварде есть тоже наши замечательные представители нашей страны. И они захотели сделать концерт, и по той причине со мной сделать концерт в Гарварде для того, чтобы выявить феномен. Они сказали, что я феномен, что я пою на... Они каким-то образом подсчитали, что это 25 языков. А, так, то есть не 17, да, а 25. 25. Я не знаю, каким образом, я не считала, но когда начала считать, их оказалось больше, чем 25, о чем гордо заявляю. Но, конечно, вот сейчас, будучи в США, я тоже гастролирую здесь и пою на разных языках. И на тех языках, на которых я исполняю песни, допустим, в Майами очень много представителей из Канады приезжают, они франкоязычные. Израиль, это иврит, да, хибру, естественно, испанский язык и другие близлежащие. Okay. То есть эти люди после концерта подходят ко мне, начинают разговаривать на этом языке. Когда я с ними объясняю с ними по-английски, уже говорю, что я свободно не владею этим языком, но я знаю, конечно же, они считают, что раз вы так чисто поете на этом языке, то вы обязаны на нем говорить. Музыкальный слух. Да, музыкальный слух, конечно, помощь. Лариса Владимировна, в чем причина вашего отъезда на самом пике популярности из Узбекистана в США, вот сюда, в Майами? Это был своего рода такой вызов в себе. Я в какой-то момент, если говорить, это было несколько таких причин. Во-первых, это случай. Я никогда не думала и не планировала, что я буду жить в этой стране. Важнейшей причиной это было то, что моим детям был не климат, сухой климат Узбекистана. У вас две дочки. Да, и у нас просто была беда с тем, что у нас дом превратился в аптеку.
И не было такого месяца, чтобы не было каких-то простудных заболеваний, аллергических реакций. Соответственно, это осложнение идет уже на сердечные вопросы, и легкие страдали. Все такое, я как мать в первую очередь. Конечно, я понимала, что мне надо что-то делать. Врачи мне говорили, меняйте климат. В тот момент, ну так случайно получилось, муж выиграл грин-карту. Но тогда у нас открылось несколько дорог в том отношении, в творческом. То есть его приглашали и в Канаду, и в Украину работать, в Симферопольский большой театр. И у меня было вообще предложение контракта в Германию. Я учила язык, то есть творчески как бы у нас с Америкой никак не было связано. И вдруг, ну вообще шутя как-то это все сделал, сыграл и через там тоже с другом получилось так, что он выиграл. И мы понимаем, что сейчас вопрос детей, здоровья детей, это на первом месте. Мы поехали и в Крым тогда оздоравливать. Но вот эти кратковременные поездки, и в Израиль ездили лечиться. То есть, ну, в том отношении не то, чтобы лечиться, а дышать этим морским воздухом. Я обратилась к врачам и сказала, куда нам ехать? В Америку, чтобы мои дети были здоровы. Mm-hmm. И даже если мне придется класть на плаху всю мою карьеру, я ее положу. Mm-hmm. Я не буду петь, я буду заниматься только своими детьми. То, что родители должны дать своим детям, это здоровье и образование. Да. Это было главное. И, ну, банальная причина, наверное. Любые вот родители, конечно, это в первую очередь, однозначно. А вот здесь, в Америке, вы в плане творчества, вот вы выступаете в этом вот прекрасном ресторане, в котором мы находимся. Узбекский ресторан. Узбекский ресторан «Оазис». С шикарной публикой. Да. А вот в творческом плане что вы здесь еще? Если что вы черпаете. Да, да, преподаете, если не ошибаюсь, вы вот, ну, вокал, да? Америка учит нас не только быть универсальными, ну, солдатами, именно солдатами, учит пахать и делать все самостоятельно. Итак, к тому же изданию Life Journal в интервью вы сказали так. Благодаря маме я поняла, что не надо бояться чего-то нового, требующего труда, упорства и настойчивости. Лариса Владимировна, скажите, пожалуйста, что вы посоветуете молодым исполнителям и исполнительницам, которые вот только-только начинают свое творчество, вот вдобавок к наставлениям вашей мамы? Вера в себя – это самый главный двигатель. Ну вот что вы посоветуете? Вот как только нынешним? Вы внутри себя, как только… Вот есть таких два фактора, которые определяют вас самих внутри себя. Если вы внутри себя уже говорите, да я уже все достиг, ну, да это, я это уже… Я уже был там. Да, катастрофа полная. Что мне… Да, я уже все сделал, зачем мне трудиться еще больше? Все, вы покатились вниз. Вот. Когда вы к себе имеете претензии, всегда, и вот этот вот цензор, лишний раз покормите его, да, конфеткой. То есть не кто-то должен вас критиковать, а себя, вы сами, да, себя. Да. Вам, наверное, известно, естественно, известно, один из бывших президентов этой страны, 41-й президент США, Джордж Буш-старший, отец, он умер в позапрошлом году. И когда я почитал его дневники, я прочитал удивительную вещь. Ему был 95-й год жизни, он каждые 5 лет со своей супругой прыгал с вертолета. Он здесь недалеко. Да, да. И вот в его дневниках я прочитал следующее. Он писал так. Я не провидец, но я надеюсь, что все-таки будущее поколение обо мне будет вспоминать тремя словами. Что я был благоразумный, надежный и справедливый. Лариса Владимировна, скажите, пожалуйста, какими тремя словами вы бы хотели, чтобы будущее поколение вспоминали Ларису Москалеву? Настоящее, ненаигранное. Искренне, ну это близко, наверное. И я всегда как-то делала все ва-банк от души. Мне, как артист, конечно, я очень много не только выступаю на каких-то коммерческих концертах, но очень много благотворительности. От этого мне было очень хорошо. Благотворительность, да. Это третье слово. Да. Спасибо вам огромное за это интересное интервью.
Құрметті достар, үшбі видео сіздерге ұққан бөлсе бітті лайк сіздердің орға келіп кетсін. Фақат үлтімас, дислайк бұлан дашылмаған қалды. Каналымызге қаргейші абуна болмаған бөлсеңгіз, қазырын өзді үшбі видеоның тегеді. Шында қына қызыл түгімәче бар. Демек, рус тілді подписаться, ингізді субскрайб, өзбе тілді абуна болыш. Шында қына басып қойсейлі, алтыда қорықшен бар. Үлен басып қойсейлі, қар сафар біз яңге видео қойген пайтымызды сіздерге құш қабар келеді. Демек, Мистер Атабек ТВ, Мистер Атабек Таймс, Мистер Атабек Интервью каналдарды яңге видео қойылды. Деме әмдірдім, яқшы күнлерді да қалысы, хамды Майамиді, Лариса Маскарева білен біргерікті, көрішкенді, көрішкінші.